Здравствуйте, друзья! И это значит, что... Время пришло... сыграть за Асмодана! И показать всем пуш-потенциал! Ну что, сегодня мы сыграем, наверное, не через... урон от расстояния, а от вкуса крови будем играть. Обычно я использую... максимальное расстояние. Для сферы разрушения, но сегодня я хочу не так сделать. Видите, можно сферку вот так пускать. И таким образом она будет наносить урон. И это сделать безнаказанно, но... поскольку я раскачивался по-другому... то за каждого убитого противника сферка будет увеличиваться, увеличивать свой урон. Но дело в том, что этой сферой нужно именно убивать противников, да, этих миньонов. Получается то, что мы должны как-то так подгадать с этим делом. Правильно? Текущий бонус к урону 2 единицы, да. То есть подгадать-то мы можем, но это не так-то просто. Видите? Но самый мой любимый талант, это, конечно, марш греха, потому что... ну, мы можем двигаться и... мы можем двигаться и при этом наносить огромный урон с нашего третьего скилла. А это очень круто, потому что чем мы дольше юзаем третий скилл, да, тем он больше урона наносит. Вот смотрите, сейчас мы... пожжем маленько. Сейчас нам нужно будет отправиться за черепками. Либо продолжить пуш. Ну, тут два варианта. О, 6 единиц. Потихоньку, понемножку я буду этот урон увеличивать. Ну и, конечно же, нельзя забывать вызывать демонов, да, которые будут помогать. 10 единиц. Я впервые так играю, на самом деле, через таланты эти. Мне даже интересно, чем это закончится. Увеличивает урон по целям, не являющимся героем. Героями это нам не нужно. А вот восполнение здоровья при использовании третьего скилла, это офигительная вещь, на самом деле. Я один раз так Иллидана убил, на самом деле. Мы реально просто с ним схлестнулись, да, и из-за того, что урон растет, я его просто сжег. Короче, обожаю я Асмодана, он мне нравится и чисто скиллами, и чисто внешне. Отличный пушер. Ну вот, но сейчас отступать надо. И походу Лили, я надеюсь, она живет. Живет, да? Нормально все. Сожгли. Так, пожалуй, мне нужно отступить. Потому что у меня совсем нет маны. А без маны нормально пушить я не могу. Так, всего у нас сфера наносит 160 урона.
О, вот и голем пожаловал. Так, усиливаем нашу сферу периодическим уроном. И жжем голема, жжем, жжем, сжигаем его, сжигаем. Правда, и мана у нас сжигается нормально так. Главное, что нам не сбивают наш... Ой-ой-ой, проблемки будут у нас. Ребята, проблемки у нас. Надо выпить из фонтана. Ой. Чего-то нас как-то пушируют, по-моему. Но зато их голем сейчас... Наш голем сейчас все сделает как надо. Ой-ой-ой. Я попробую отбиться. Сейчас мне ребят помогут, да? А очень удобный талант, который позволяет мне быстрее... Быстрее кастовать сферку. Ничего сложного. О, кстати, можно так сделать. И сжечь просто. Хоп. Ну и на всякий случай вызовем демона и на базу. Посмотрим. Осадный урон у меня больше всех. Но это нормально для Азмодана. Этим можно хвастаться. Вот именно эти, это мне и нравится. При игре за Азмодана, типа, у вас почти всегда осадный урон больше всех. А вторжение демонов качаем. Клевый скилл. Прекрасно. Урон по области, рубайки, в общем, все круто. Мертвецы вновь восстали из магии. Сейчас будем пушировать. Пушировать. О! Ничего сложного. Глобальная ракета пошла. Нет. 12 единиц, да, текущий бонус к урону. Ну, на самом деле мало, то есть не так-то это и просто. Урон стакать, я вам скажу. Так что, наверное, лучше бы я все-таки расстояние обузил. Потому что расстояние дает бонус 50%. А сейчас у нас бонус 12 единиц. Это как бы мало очень, сами понимаете. Эпическая музыка. Так, ну я думаю, что надо помочь ребятам пойти. Хотя... Да. Хотя да, надо бы. Но они и без меня справились. О, голема бьют. Ай, жалко, у меня нет этого скилла, который позволяет двигаться. Больненько тебе, да? Больненько? Убегаешь? Сейчас мы, ребят, зажмем.
сразу минус 2. Артас вообще с ума сошел. Вот, маржа греха качаем. Так, сейчас я и отучу его бить нашего голема. Ну и хватит, в принципе, с них. Мои големы вновь преданы земле. Не надо... Вражеский голем появится прямо... Прямо здесь. Не очень такая удобная позиция. То есть, либо мы сейчас идем все... ломать их, либо мы идем защищаться от голема. Но раз все здесь, то... Давайте свирепого бойца вкачаем. Появляется у нас при нанесении урона демон. Так, давайте пожжем маленько. Ульту прибережем. И всего мы 24 единицы всего лишь навсего собрали. Так, ну сейчас можно рубак вызвать. И жжем. По 118. И это ГГВП зикатка. Есть. Ну что ж, вот такая вот чудесная игра за Азмодана, великого пушера. Всем спасибо за просмотр. Играйте в ходс и выигрывайте. Всем пока.